Всем привет, с вами я, Ваня Тропов, и мы продолжаем играть в один блок. Не обращайте внимания. Интернет выключу. Ну блин. А, кстати, я в прошлой серии забыл переделать в костную муку. Вот. Четыре уже костных семечек. В прошлой серии я улучшил остров, но у меня не получилось записать ролик, ведь просто не хватало места. Я поудалял игры разные, которые вообще я не играю. Две лопаты возьму. Стоп. Топор, кстати, скоро сломается. Ну. Как вы знаете... Опа! Ки! И кирка. Офига я тогда делал кирку. В прошлой серии я еще снял ролик и не получилось его снять. Из-за этого я начал другой ролик. А тот удалил. И выживания на этом не заканчиваются. Думаю, на таком расстоянии уже можно делать ферму. Потому что у меня уже большой плод. Ну и в принципе... О! А какого фига маленький заспавнился? Маленькая овечка. Но ты мне пока что не нужна. Посмотрите. Я забыл, что... Лучше не нажимать на топором вот так вот. О, кстати. Не сталкивайте. Опа. А у меня и винт так заполнен. Хламом. Выбрасываю. Ой. Ой. Немножко запутался. Ладно, в сундук положу.
что посеяно, грязь я оставлю. Доски сюда, 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 сюда. Ведро с водой сюда. Я веселый человек. Когда уже будет каменный век? Ну то есть, когда уже появится камень? Но топор живучий, чем лопата. Значит, две грибных коровы заспавнилось и одна обычная. Да-да, да-да. Обстругал ее. Да как так-то, у меня место заполнено. Стоп! А это клевая штука. Сундук в сундуке. Отлично. Сочетается. Ой. А. Так, нужны палки. Копалки. А. У меня они есть, но надо больше. Ну теперь вот так, вот так. Начинаем. Где я возьму тростник и железо и кремень? Мэн, это вообще из чего делается? И еще из одного железа.
Желтый банан. Ой, не банан. Здесь в Манхэттене вообще нету бананов. Как-то. А на этом будем также заканчивать. Всем удачи и всем пока-пока.